В Зарайской центральной библиотеке прошла встреча участника специальной военной операции с восьмиклассниками гимназии номер 2 и юнармейцами. Михаил, житель Зарайска, планировал отправиться в зону специальной военной операции добровольцем. Но так случилось, что поехал в первых рядах по мобилизации. Он защищал родину на протяжении полутора месяцев. Но ему пришлось вернуться домой после двух ранений. Планировал второй заход делать через Вагнер-групп. По семейным обстоятельствам, так как у меня не стало бабушки после Нового года. Сейчас я оформляю опеку на брата. Михаил рассказал о своем детстве, школьных годах, своей службе в армии, о боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей. Ребята задавали вопросы, интересовались бытом солдат. Михаил отметил, что победа напрямую зависит от нас с вами, а наша поддержка солдатам сейчас очень необходима. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.